солдаты, матросы и летчики союзных экспедиционных войск. Вы отправляетесь в великий крестовый поход, к которому мы готовились много месяцев. Глаза всех жителей мира устремлены на вас. Свободолюбивые люди повсюду молятся и надеются на вас. Вместе с нашими храбрыми собратьями по оружию на других фронтах вы добьетесь уничтожения немецкой военной машины, свергнете нацистскую тиранию над угнетенными народами Европы, подарите безопасность и свободу всему миру. Ваша задача будет нелегкой. Враг хорошо обучен и вооружен, а его позиции надежно укреплены. Он будет жестоко сопротивляться. Но на дворе 1944 год. Многое изменилось со времен прежних нацистских триумфов. Силы союзников нанесли немецкой армии значительный урон. Наша авиация умерила воздушную мощь противника и его способность вести наземную войну. Наш тыл не только обеспечил нам подавляющее превосходство в вооружении, но и предоставил армии множество отлично обученных бойцов. Настал переломный момент. Свободные люди всего мира вместе творят победу. Я искренне верю в вашу храбрость, преданность Родине и боевые навыки. Нам нужна безоговорочная победа. Удачи! И да благословит всемогущий Господь наше великое и благородное свершение.
3, огневая задача! Войска противника 005!